Всем привет! Сегодня у меня репортаж специально для аукциона Violity. Задал мне один покупатель вопросы по поводу дозиметров. Какие-то коты в мешке, 30 лет и т.д. и т.т. Ребята, продаю их как новые, как нерабочие. Как проверять их, я не знаю. У меня большой ящик, большое количество вот таких вот приборчиков. Вот есть у меня 3 штучки открытых. Сейчас я покажу комплектацию, что здесь находится внутри. Этот стоит у меня на Violity, продается. Вы за ним наблюдаете на пломбочках. Чтобы не было вопросов, я приготовил вот такие вот ножнички. Сейчас я эти веревочки конопляные поперекусываю, посрываю пломбы и покажу состояние. Работоспособность проверять я не знаю. Итак, комплектация. Паспорт. Руководство по эксплуатации. Ну, все это знают, все это видели. Внимание, предупреждение, всякие такие моменты, параметры. 10 страничек немного, читать это неинтересно. Бумажная подкладочка одна, бумажная подкладочка вторая. Коробочка, саквояжик пластиковый. В ней находится красный ремешок. Новенький, все новенькое. И провода. А, так это автомобильный прикуриватель. В прикуриватель вставляется вот такой вот шнурочек. И сам дозиметр. С него выходит 2 проводочка. Все скрученное. Вот такой вот малыш. Как его проверять, куда его вставлять, я не знаю. Поэтому продаю эти все приборы без претензий. Вот тут вот эта ручечка достается. И пошел ей проверять, наверное, радиацию. Все на пломбочках. Все закрытое. Итак, это тот, что не продается на аукционе. Его в сторонку, на кучку. Обратно их туда, сейчас в ящик запихаю. Поставим их пока мест сюда. А, вот видите, еще один запечатанный. Так, эти продаются на аукционе. Режем конопляную нитку. Ну какая крепкая. Какая крепкая конопля. Снимаю пломбу одну. Снимаю пломбу вторую. Открываю. Что у нас тут? Паспорт. Есть. Подкладочки. Есть. О, еще какая-то. Какие-то листики. Для чего-то, не знаю. И все так же самое. Вот тут подкладочка еще под эту коробочку. В коробочке что у нас тут лежит? В коробочке ремешок. А зарядки нет. О, красавчик вот тот покупатель с 3 семерочками.
подметил. Действительно, кот в мешке. Ну, забыли положить шнурок. Подумаешь, ну это такой потяжелее. Так. Пломбочки стоят. Получается, в одном нет зарядки. Но есть пакетики. Так, это в каком? Так, это 1112.88 без зарядки. Так, берем второй. Да, оказывается, в советское время тоже, да, были недолеты. Так, снимаем пломбу. Сука, какая-то липкая чересчур. Открываем. И что мы тут имеем? Паспорт. Подкладочка. Тоже какие-то клееночки, какие-то пакетики. Три пакетика. Еще одна подкладочка. И вот сам приборчик. Так, посмотрим, тут зарядку положили. А, тут есть вот ремешочек, зарядка. Все в комплекте. Сюда ее. Так, приборчик. Все на винтиках, все закручено. Все соответствует описанию. Пломбочки стоят. Как-то так. Ребята, делайте ставки. Кто захочет таких штук 100, знаете, где мне искать.